Да-да. Ваш комментарий сначала после этого. Я представляю Национальный природный парк «Козловские лиманы», исполняющий обязанности директора. Сейчас будет обсуждаться вопрос, связанный с Козловскими лиманами, в двух аспектах. Это возможно ли испытывать оружие, не буду я называть, как оно называется, с точки, которая находится в границах Национального парка, в сторону Черного моря. И второй вопрос, связанный с организацией полигона большого, который примыкает прямо к национальному парку, включая и интересы, конечно, национального парка. По первому и по второму вопросу я скажу, это значит, что я патриот своей страны. Я хотел бы, чтобы наша армия была сильная и могла защищать уникальную природу, людей, Украину. Но все должно быть в законном правовом поле. В сегодняшний день, исходя из закона о природно-заповедном фонде, запрещено проводить такие работы, такие стрельбы в границах парка. И я, как уполномоченный государством охранять эту территорию, я не могу согласовать. Если речь будет идти о том, чтобы формировать там полигон, то, конечно, любой директор национального парка, учреждение которого создано для того, чтобы развивался там туризм, сохранять уникальные редкие виды растений и животных, полигон нежелательно. Но опять заявляю, что исходя из того, как будет сейчас концепция этого обсуждения идти, я приму решение. Но заверяю однозначно, что я не уполномочен подписывать либо согласовывать какие-либо действия в границах Национального природного парка, а именно 27 865 гектаров. Детально я не могу ничего сказать. Спасибо. Спасибо большое.